сожалению, были заказаны. Чтобы уж раз навсегда закончить с темой сексизма и отвратительного женского шовинизма и перейти к более приятным темам, выпить, расслабиться и про звукача. У подруги моей косары попы и отличный набор боевых ножей. Она ходит по России исключительно стопом, и любая иномарка тормозит перед ней. А в придачу ко всем этим дарам небесным она еще и умная. Вот беда, повезло, что тебе девочка родится валькирии. Где ж ты найдешь себе Зигфрида? Сидит она и курица, улыбка несчастная, уплые плечики опустив. Зигфрида нынче товар нечастый, можно сказать, что эксклюзив. Вроде так посмотришь, и даже с горкой, и нету причины кручиниться. Но все эти герои китайской сборки радуют недолго и не чинятся. Клёны за окном полыхают пожаром, падают дождинки на вискосок. Все друзья-подружки разошлись по пару, каждому достался счастье кусок. У моей подруги глаза густая, ясная улыбка и строгий взгляд. Ежели ты девочка хорошая такая, кто ж тебе, дуря, в этом виноват? Сигареты кончились, уже смеркаются, миру не до нас, полно других проблем. Я иду домой и ее провожаю на маршрутку ясенево Йотунхейм. Ну и примерно развитие все той же темы.